давайте не будем создавать ажиотаж вокруг этого, а будем выполнять свой долг. Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил, надо, Владимир Степанович, с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать. Я уже ему говорил об этом. Он говорит, пока не надо. Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво. Мы должны спасти людей достойно. Каждый человек не должен думать, что он туда попал с этим вирусом. Он смертник. Нет. Всех спасем, кого только можно. И мы для этого должны сделать все.